Доброе утро, день 3. Сегодня последний день наших приключений в парках. Мы идем в Adventure Park. Сегодня там будут эти молния McQueen и разные Galaxy и все остальное прочее. Так что пойдем туда наслаждаться новым днем. Так, мы вошли в Adventure. Сейчас пойдем на молния McQueen. И также, ребята, еще другие горки. Но я посмотрела в этом парке, я поняла одну вещь, что... этот парк не для меня. Идем мы в Голливуд. Смотрите, как прикольно. Какая улочка. Здесь действительно больше как Калифорния. Все декорации. Мы в Голливуде, ребята. Здесь. Мы здесь, в Голливуде! Классно! Голливуд! Это то, о чем я говорила. Посмотрите на этот ужас. Ну, с другой стороны, я понимаю, если бы мне было лет так 16-20, я бы с удовольствием пошла бы на ту горку. Но после того, не знаю, что случилось. После троих детей я боюсь высоты. Я боюсь всего вот этого ужасного. Но и так сделано большие достижения тем, что на Jurassic Park там я поехала. Так что, кто знает, может быть, когда-нибудь я снова... Потому что у меня всегда была мечта прыгнуть с парашютом. И я ее забросила. А кто знает, может быть, когда-нибудь я таки это и сделаю. Видите самолет? Прикольно. О, Ant-Man! О, Iron Man. Видите, как я знаю этот фильм? Это пацаны все знают. Ой, я не могу. С днем рождения, поздравляю. Видите, какая я знающая во всем этом? Позор. Хорошо, что не мальчишки со мной ходят. Ушел. Так. Как всегда, магазины, продаются футболки и все остальное прочее, сувениры, все, что вы хотите. За бешеные деньги, конечно же. Смотрите, какие прикольные там ворота. Даже шаурма есть. Шарма какая-то. Шла первая группа, мы идем на Человек-паук. Посмотрим. Там паук. The next big idea that will give you the tools to become the next generation of heroes. It all helps us develop really cool stuff like these spider bots, for example. Check it out, they have this really cool self-replicating feature. Because it's awesome. Buddy, you could stop doing that. But anyway, you guys are here today to help us test the web slinger vehicle. Using onboard tech, you will be able to sling webs just like my buddy Spider-Man. Peter, your presentation is getting away from you. Yeah, I'm aware of that, Sharon. If you could just initiate the seat. I think I'm getting to you. Thank you, Sharon. Создали очень много паучков. Они теперь сами размножаются. И в этом будет наш аттракцион. В том, что они размножили слишком много и рушат все. Это открылось 2 года назад. Такая линия, видите, нам дают снова 3D-очки. И мы, ой, тараканы везде, короче, атаковали нас пауки. Все, мы садимся в такой... Будем ехать в него. Да, мы сели. Классно. Мальчишки впереди сидят. Уже все, стреляют эти спайдермены. Все.
Так. Круто. Все, дверь закрылась. Паровозик поехал. Все, здесь средние победения. Они идут на вот эту горку. Как она там? Galaxy вот это. Это вообще не мое. Она, конечно, огроменная. Я не знаю, как они будут. Я не иду туда. Я сейчас поищу, чем мне заняться. Я здесь видела где-то кофе или еще что-нибудь. Сейчас пойду погуляю. Пока не катаются. Мы наконец-то добрались вчера до магазина, то, что мы давно хотели сделать. И купили себе еду в номер. Сегодня мы съели арахисовое масло с медом, с бананом и черникой. Так что мы все сытые. А так, честно говоря, очень дорого, потому что мы первый день поели в отеле, потому что оттуда шел автобус сюда. И нам на всю семью обошлось $70 завтрак. Это, конечно, дорого на нас, на пятерых. Вот. Потом на следующий день мы решили подешевле. Мы заехали в кофешоп и тоже там купили себе там разные булочки. Все обошлось нам что-то около $60. Короче, мы поняли, что это слишком дорого, потому что еще здесь покупаешь все кушать. И мы вчера наконец-то смогли заехать здесь немецкий из магазин Aldi и просто купить себе арахисовое масло, хлеб, мед. И это нам все обошлось в $10. И мы сегодня поели, еще на завтра осталось. Так что, если кто-то по бюджету ездит, то это один из вариантов, как говорится, дешево, сердито и вкусно, и хорошо. Да, потому что холодильники в номере, поэтому все в холодильник поставил, если надо молоко там или что-то. Поэтому очень классно. Кофе сделали и приехали. Поэтому сейчас пойду погуляю, посмотрю, что тут вообще есть, пока не какая классная кафешка, люди кушают. Это ночные монстры, напитки, можно всякие холодные напитки взять, но пока еще прохладновато. О, мои любимые, этот, как его, скажите мне, где эти все эмоции, не помню, как он называется, по-английски inside out, а по-русски даже не знаю, вот, прикольно сделали. Написано hanger management. Если вы не знаете hanger слово, это где совместили два, hungry и anger, когда ты голодный и злой. Это сейчас, ну как бы, английское слово hanger. И вот сделали для тех, у кого это, у меня частенько бывает, когда я голодная, я злая. Так что вот такой местечок прикольный. Так, нашла, вспомнила, что я с Молдавии привезла вот такую классную шоколадочку, которой здесь нет. Это черный шоколад с... Да что ж у меня в последнее время вылетают все слова? Айвой, вот. Для меня это так необычно, поэтому я пока поем шоколадочку, пока они катаются. Why not? Очень вкусно. Смотрите. Просто получается сухая айва в черном шоколаде.
очень вкусненько и полезненько. Это почему я не пошла туда? Видите, с какого верха их оттуда сбрасывают? Это ужас! И на все орут. Ни за что. Какой кошмар. Интересное впечатление. Но я думаю, они будут безумно счастливы. HQ back online. Ms. Romanoff, the Wakandan cargo has been secured safely inside the Quinjet. It's in the jet. Let's go! Какое-то развлечение есть, то есть по ходу, то какой-то театр, то это, что люди идут, и ты еще получаешь как бы массу впечатлений от всех развлечений, что они делают здесь. Это круто. Так. Веду мальчишек на американские горки. Так. Как всегда, магазинчики с сувенирами. Я напоминаю, действительно, Сан-Франциско, эти пирс. Мальчишки пошли на Incredible. Будут носиться здесь, на этих горках. А я увидела там... О, мама дорогая, смотрите, что происходит. Не, ни за что меня не заставить туда. Классно, здесь парковки для колясок специальные, люди их ставят. Вот, выезжают первые, следующие, вернее. Вы видели эту скорость? У них аж голова чуть не оторвалась. О, мама дорогая. Прикольно. Я нашла свою карусель. Итак, мы идем на тачке. Вот что-то для меня покататься. О, это Сиару. Так что пойдем на тачке. Смотрите, как классно они сделали, точно как в мультике. Просто Эмик у меня, когда он был маленький, ему где-то было 2 годика, мы каждый день, 2 раза на день смотрели этот мультик. Я знала уже его наизусть, каждую фразу. Все. О, смотрите, кафе. О, как круто они сделали. Мы должны, наверное, в эту кафешку пойти. Потому что это фос-кафе. И что? Как же они круто. Эмик, ну ты попадаешь просто в свое детство. В рай, да. Ой, как круто. Я буду кататься. Я не знаю, что они готовят, но я бы тут поела. Мы в Радиатор Спрингс.
Я в шоке! Это прикольно! На гонки! Мы ждем в очереди. По дороге очень прикольная такая. Рассматриваешь все. Ожидание. Сколько, Юра, ожидания здесь? Где-то около часа, короче, линия. Поэтому еще. Смотри, сколько денежек здесь у нас. Классно. Так что линия сюда самая длинная. Смотрите на эти линии. Столько людей. Короче, рассматриваю все. Такие необычные капельсы. Они как будто кучерявые. Машинки есть. Все в кактусах. Но вот эти очень прикольные, очень необычные. Линия становится все длиннее, уже полтора часа ожидания. Мы в линии, конечно, очень длинная. Финишной прямой. Ура, ура. Не прошло и часа. Сейчас нам дадут машинку. Мы едем на Салли. Нам дали Салли. Я хотела, правда, Маккуин, но Салли. Наша машинка со всей командой. Поехали. Красивая кататься. О, еще музычку с фильма. Мальчишки, это. Знаменитый мост. Здорово! Очень круто придумали, мне очень понравилось, класс! Я бы еще раз, если бы не стоять полтора часа в очереди, я бы еще раз с удовольствием сейчас проехалась. Классно, молодцы они. Это стоит того. У, смотрите, какие кактусы красивые, цветущие. Он едет сюда! Класс! Супер! Классно. Короче, куча представлений. Сейчас зайдем в магазинчик. Заправочки. Браслетики. Машинки. Футболочки. Как всегда. Куча всего. Сувениры. Here it is, написано. Его отель. Москвина.
чаще всех делают фотографии с Маквином, конечно же. Его отель знаменитый. И там продается еда. Прикольно, и в магазине сделали целый этот... Как это называется, да? Макеты, маленький макетик всего Radiator Spring. Класс. Куча позитива. Да. Это было круто, весело. Смотрите, какой кактус. Огромный. Вообще. Сорин какой-то. Посмотрим, куда это нас приведет. Написано, что тут для детей. И, как всегда, у нас есть этот... мы купили этот билетик, который дает нам быстрый проход. Смотрите, какую мы линию пропускаем, а? Там еще на улице эта линия. Классно! Так что мы ее пропустили все. Авиация. Написано «Калифорнийская авиация». Please take a seat and store all carry-on items in the under-seat compartment. This includes cameras, purses, hats, and, of course, these little beauties. Next, fasten your seat belts, inserting them into the buckle on your right. If smaller aviators don't measure up to the height indicator on the seat, just put the belt through the loop in the center strap before buckling. Идем на посадку. Мы идем на посадку. Нас отправляют. О май годнес. Ужас. Я думаю, что я вылечусь после этого. Запах травы чувствуешь, да? Запах травы. Даже с запахами сделали все. Надо есть. Короче, я понимаю, что я буду. Это, конечно, очень прикольно. Ушки сверху, мы все болтаемся в воздухе. Что же вода и будет, потому что мокрые все, смотрите, видите, все как курицы мокрые. Поэтому и возможно я спрячу все свое. Вот. Это то, что вы увидите. Посмотрим, как будет. Удочка приплыла! О-ля-ля! Мы уже все мокрые. О, что? Прокатились? Yeah. Эмик весь мокрый, я вся мокрая, потому что здесь все, вода вся заливалась в нас. Ужас! Мы все мокрые! Короче, исцеление от всех фобий. О май. Короче, я больше сюда не пойду. Прикольно сделали. Сан-Франциско и Токио. Короче, не могу я выговорить. Место
еды. Идем выбирать, потому что мы голодные сейчас, не? Идем кушать. А вы как раз смотрите людей, как все одеваются, как здесь гуляют. И мы пойдем, будем выбирать, что кушать. Надеюсь, это будет лучше, чем вчера, потому что вчерашняя еда мне очень не понравилась. Она как-то тяжело легла на желудок ужасно. Поэтому посмотрим, что мы будем кушать здесь сегодня, выберем. Мальчишки определились, они кушают здесь, потому что Нейтан нравится терияки курица, а мальчишки берут рамен, эти макароны. А мы решили, что мы будем кушать вот здесь, которое называется Salt and Sea. Это соль и море. И мы будем кушать Сан-Франциско clam chowder soup. Поэтому мы немножко разделились, но найдем себе место, чтобы покушать. Но прикольно они сделали, конечно, супер. И еда выглядит очень круто. Здесь намного больше выбора еды, чем во всех остальных, чем в Disney и чем в Universal. Здесь реально можно найти все-таки интересную именно еду. И смотрите, что очень круто. Я бы с удовольствием, наверное, не знаю. Смотрите, какой хлеб. Микки Маус. Человечки. И хлеб. Это круто. Необычно, да? То есть, ну, очень много прикольного и необычного. Класс. Итак, терияки чикен. Выглядит очень даже симпатичненько. Джастин тоже взял терияки. И Эми, конечно же, взял ромен суп. Тоже выглядит очень аппетитненько. Посмотрим. Смотрите, какой у нас вид классный. Мы на эти машинки у нас вид. Так что классно. Мы будем наблюдать и 1.50, и в то же время, как будто мы в Японии. Ой, clam chowder. Хлебушки. Супчик. Красота, а? Да и только. Ну что, Эми, как тебе? Супер, like awesome. Очень вкусно. Все сказали, очень вкусно. Терияки всем понравилось. Юра, как тебе? Clam chowder. Съедобно. Съедобно? Не, мне понравилось. Очень вкусно. Супер. Еда очень вкусная. Мамочка привела своих детенышей. Поедем в подводное царство. Юра! Мы под водой. Нашла ее. Короче, шикарная аттракцион для маленьких деток. Класс. Как все поняли?
but down here is your home. Ладно, что я согласилась. Окей. Эти потом пойдут сюда на цепочке еще. Я уже не пойду. Все, будем взлетать. Пока мальчишки катаются, я продолжаю гулять. Сейчас увидела, что здесь живая музычка. И ребенок в шоке, такая счастливая осталась, аж покраснела, бедная. А вот и еду. Да. Я уже подустала, если честно, скажу. Потому что очень много горок не для меня. И поэтому я просто гуляю, нахаживаю свои шаги. Пошла искать кофе. Так, мальчишки решили прокатиться на медузах. Класс, так красиво снизу. О, это высоко. О, это явно не для меня. Даже с учетом, что это детская горка. И опять наверх. Закончилось. Разницу. Утром, когда мы пришли сюда, и сейчас. Улицы больше похожи, как будто здесь бомжи поселились на этой улице. Сан-Франциско, добро пожаловать. Пришли мы покататься на монстрах. Посмотрим, что они нам предлагают. Мы уже подходим. Мы на финишной прямой. Ура! We interrupt this program for a special report. A child is on the loose in Monstropolis. Witnesses are to be believed. There has been a child security breach for the first time in monster history. We can neither confirm nor deny the presence of a human child here tonight. I tried to run from it, but it beat me up with its mind powers and shook me like a dog. Попали в город целый.
chicken. My dogs were not my own. Then it grabbed me with a giant horse. Oh, my gosh. Вот такая каруселька. Короче, просто прокатиться и посмотреть. Все. Короче, не стоит оно того. Стоять там, люди стояли час в очереди, если без, без вот этого быстрого пропуска, то это вообще не стоит того. Просто проехать, посмотреть часы, как русалочка, короче, не стоит того. Мы попали на парад. Find out for me, will ya?
фотографии. Класс. Ну что, покатались на всех горках, по крайней мере, мальчишки точно. Я на тех, что я смогла. Получили массу удовольствия за эти три дня. Что я хочу сказать? Мое просто мнение, мой отзыв, как бы можно его рассчитывать, можно нет. Но скажу то, что к чему я пришла, к какому заключению. Пришла к тому, что, честно скажу, здесь, когда нам все говорили, когда маленькие дети, вы пропускаете Дисней, нужно съездить. Скажу честно, я не пожалела, что мы не съездили, когда они были маленькие, потому что вот сейчас я смотрю, вот идеальный возраст, да, с моими детьми, когда они не маленькие, подростки, да, и получают наслаждение, и все. Мы даже на детских катались, все равно классно, все равно получили кучу эмоций. Но я смотрю на родителей с маленькими детьми, дети устают, линии огромные, 45, полтора часа ждать нужно, и дети плачут, родители их тащат, потому что дорого стоит войти сюда, и как бы, ну, ты заходишь на целый день, и бедные дети замучены, я не знаю, сколько они получают, и плюс ко всему, они потом ничего не будут помнить, потому что они маленькие. Поэтому я не жалею, что мы подождали до вот этого возраста, когда младшему нашему 10, получается, что все они будут все помнить, все понимают, мы стоим в линиях, даже у нас младшие больше. Я уже устала сегодня, я уже хочу домой. Парк до 10, а я уже хочу домой ехать. Вот. Так что у них куча энергии, они молодые, и им классно. Они могут здесь быть хоть до 12, как в Диснейленд. Вот. Второе, что я поняла, что если есть возможность купить Genie Pass, нужно его обязательно брать, потому что ты реально сохраняешь кучу времени с этими Genie Pass и проходишь все эти. И третье, если снимайте отель, у которого есть шаттл сюда, потому что $6 с человека в нашем отеле, да, Диснейленд и получается Adventure Park, с каждого человека это стоит того, потому что подвозят на тебя прямо к воротам, не нужно парковать машину, не нужно идти пешком 10 минут, особенно когда ты назад уставший, то есть это супер, мы выходим, мы садимся на автобус, автобус нас отвез в отель, и это круто, потому что вчера мы ехали на машине полтора часа до Universal Studio, честно говоря, как бы мы поняли эту большую разницу и поняли, что при возможности нужно это делать. Вот, это единственные мои отзывы. Вот, про эти парки мы получили массу удовольствия, мы прекрасно провели, отпраздновали дни рождения, мы счастливы и довольны, и поэтому на этом заканчивается сегодняшний день, потому что я сейчас уже поеду в отель отдыхать. Завтра мы пойдем немножко, надеюсь, чуть-чуть погулять по Лос-Анджелесу, немножко посмотреть, потому что мы планировали сегодня погулять весь день, но мы сняли... Ой, купили Adventure Park еще один, решили детям сделать сюрприз. Вот, поэтому завтра мы уже возвращаемся домой. И мы немножечко, может, заедем в пару мест, которые мы хотели в LA побыть. На кофе и, может быть, еще куда-нибудь, я не знаю. Поэтому посмотрим, пока мальчишки катаются. Я хочу с вами попрощаться. Спасибо, если надеюсь, что вам понравилось. Небольшой наш обзор этих парков. Вот. Так что как-то так. Спасибо вам огромное, что были со мной. Хорошего всем дня. Наслаждайтесь жизнью. Вот что самое главное. Наслаждайтесь и умейте ей радоваться. Каждым мелочам, которые есть. Жизнь, она вообще короткая. Хорошего дня. Пока. Что превращается в парк вечера? Толпы людей. Толпы. Толпы людей в костюмах. С ушками, хвостиками. И, короче, чем позднее, тем больше очереди. Просто огроменные. Прикольно высматривать людей, могу сказать.